Наш для начала Twitch FM, так скажем. Нормально, позаботился, молодец. Он что, реально попал, что ли? Блин, такое лицо испуганное, капец. Блять. А это что такое? Что они пытались сделать? Блин, я вчера это пропустила. Потому что я по делам ездила. Я чисто чилю. А, да? Ну давай, залезай сюда. Да куда залезать-то, а? На бутылку. На бутылку. Смотри, идеально, просто сеточку поцелуй. Давай. Ебать! Ебать! Сюда! Нихуя! Вот так можешь как из... Ой! Вот так же можешь дома постримить, Кукин, как они вчера. Но прикол в том, что у них, понимаешь, типа... еще раз, если посмотреть. Это разве из дома, да? Блин, где это было? Да? Да блин! Блять. У них, видишь, что-то вот стол есть. То есть у них есть пространство какое-то. То есть у них стол как бы перед плитой. Соответственно, можно поставить камеру как-то. Можно... Все это организовать красиво, а в нашем случае такого не получится, потому что у нас получается кухня, стол около стены, и вот тут плита. Хотя, если выдвинуть, может. Ну фиг знает, надо посмотреть, ладно. Такое лицо, я только сейчас заметила. Ну, Кокин стрим по любасу будет. Among Us сейчас пойдем. Я сейчас спрошу у Дины, как она. Могут, не могут. Это что такое? А, блядь, ты кнулся меня, трах. Ром, ты когда-нибудь готовил что-нибудь? Конечно. Что? Это краб! Ебальник перед тем, как его били. Нормально. Блин, я хочу краба! Крабовые палочки хочу. Нифига себе, это не точно дружит? Я заказываю крабовые палочки, ребят. Мне все похер, я заказываю крабовые мамочка палочки. Мамочка присылает видос, где она такая... Ай-яй-яй, пошла! Незабудка, твой любимый цветок. Воздушный поцелуй станет самым горьким. Ой, сладким, какой там, похуй. Самым горьким. Беги, дорогая, беги. Беги ради папы и мамы. Если услышишь шаги... Еби, я в страху, блин. Делай круги и зигзаги. Это не машина, брат, это зверь, потому что машина ломается, а зверь нет. Он чихнуть хотел? Прикурить не найдется. Думал, что лоу. Мужик. Ну, удали нахуй эту штуку. Кра... Да не, братан. Удали. Я сейчас нахуй разобью ее нахуй. Да все, давай. Нифига буканул. Побежал, побежал, блядь. Правда, рука, палочки хочу. Эй, йоу, молодой киберспортсмен, играешь в CSGO, ну... Эй, йоу, вводим промик Хикадзе, ребята. Дядь, да нехуй делать. А? Давай. Нехуй делать. Вот там вот, вот между. Да не похуй, только я сам хочу. Эй, йоу. Нахуй ты куришь? Нахуй ты куришь? Дурачок, блядь. Нифига, подожди, а где это они вообще? Выглядит, как будто город какой-то в Греции. Они где, у себя? Блять, там поем. Да. В Киеве это? Да, блять, этот в поезде. Прикольно. Знаешь, кого жалко? Вот эту. Коровку? Да. А мне срать, на самом деле, абсолютно. Нет, ну честно. Сейчас бы поесть. Как бы есть определенные, понимаешь, все-таки условия. Да нет, типа, тут я думаю, просто сел и все. Если ее хавают, что такого? Пофигу. Я тоже буду хавать корову. Мне пофигу. И курицу. Вот собаку жалко, кошку жалко. Курицу, корову, похуй. Ну, мое личное мнение, если что, я, ну, как бы, я ем курицу, я ем корову. Ну извините, ну, такой, ну, так получилось. А почему? Если сейчас есть коровы, там, курицы... Так он же просто сел, почему? Я извиняюсь. Работаю с сыном и папой, можно сказать. Я не знаю, как бы, какой посыл в этом был. Мы просто смотрим видос. А, это работа была, что ли? Это работа была.
Я в музыкалку. Ребята, удачи. Батя, подойдите. Вы, оказывается, работали все это время. Я уже вижу, что ваш батя отвечает на то, что вы ему скажете: пап, я там хочу дольче кроссовки за 40 взять. Отстегни. Я-то работаю. Ну, давайте. А что бы вам мама ответила с папой, если бы вы подошли и сказали, типа: мам, хочу себе дольче кроссы. О, Фардик. Похоже на правду хотя бы. Иди работай, пососи. Иди картошку копай, пошел нафиг. Это так завуалировало, скажем так. ББ мне бы сказали по балу. А мама бы сказала: иди уроки учи, хоти. Подзатыльника бы получил. Заработай сам, хоти, меня бы послали. Давайте вернемся действительно к правде, знаете, вот не будем как бы, я не знаю, придумывать себе ничего, а просто вот посмотрим правде в глаза. Как бы мне мама бы сказала примерно то же самое, я думаю. Как бы, ну, справедливо, я считаю. А почему у нас три доски нарезных? Сейчас, подождите. Вот тут 100% сейчас была шутка про доску, да? С тобой 4, блядь. Я прям знала. Ой-ой-ой-ой! Фанни. Диман! Охуеть! Спасибо, подрочил. Тащу. Балдёж? Как они вкусно едят, ё-моё! А, да-да нет. Беру свои слова в рот. Бля. Так вкусно, пиздец. Так, где-то мороженое должно быть. Сейчас. Кстати, мороженое в ЦУМе очень вкусное, в ГУМе. А можно я покажу, да, у меня стримчик просто? Очень вкусное. Ребят, вкусно? Сейчас. Ну, надо ли понюхать. Они точно разбираются. Пойдет? Че, ребят, вкусно было? Пишут, да. Не обращайте внимания, у него с головой проблемы. Пошли, пап, быстрее. Пошли быстрее. У нас просто... А можно? Да, собирай, все, пошли. Прикиньте, девушка стояла, она же реально поверила. Мне бы так было жалко на месте этой женщины. Диму, посмотрите на него, на его лицо такое, знаете, такое грустное какое-то, такое, как у песика. Такие глаза такие грустные-грустные. И он еще такой, типа: пап, ну ты не обращай внимания, у него с головой проблемы. И она, наверное, потом весь день об этом думала. Типа, блин, сегодня подошел там мужчина с ребенком. Хотел понюхать духи, в итоге начал давать его понюхать телефону, и оказалось, что вот что-то с ним не так. Это было бы грустно. А, что? Ну посмотрите на его лицо, грустное, это же жесть! Какой-то он прям такой, знаете, такой... Сука, старый, ты какой-то боёк. О, нормально, Фри Армани. Фри Армани. Знаете, что его нет? Блин, ИРЛ стримы интересно смотреть. Я думал, о чем такой тормоз? Кстати, вот насчет голубей. Они охуели, я вам так скажу. Они охуели, на полном серьезе вам говорю. Потому что, я не знаю, в детстве у меня как было. Ты идешь, и голубь тебя видит там за километр. Голубь тебя видит за километр, и он такой: блять, надо улетать, и улетает. Сейчас они так охуели, ты вплотную подходишь. Вот я иду, голубь там жрет что-то, и мне, блядь, надо его обходить. И мне еще дать за собой, офигевший. В смысле, реально приходится его обходить, он сам, блядь, не улетит. Ну, кстати, это правда. Это правда, они что-то вообще в последнее время адаптировались, что ли, я не знаю. Фусик, привет, что такое? Ну, я просто спросил друг друга. Да, я просто... Я сейчас постою здесь на улице, пока кроватчик покупает. Я берсерк! Ну,
Фусик. Так и написано. Бля, ебать, Витёк, нахуй. Нифига, Витя! Легенда! Подожди, а есть я? Легенда, Витёк! А, у него не работает эта камера. Спасибо, Октавия. Она одного, я что, блядь, вам босс какой-то, что ли? Босс? Когда проходишь уровень с боссом. Я, нет, я, между прочим, МС Егораха, это ты? Я, это ты, Егор? Я просто сейчас стримлю, поэтому не могу тебе ответить на сообщение. Если это ты. Это реально ты? Серьезно? Вы прикиньте, насколько это жестко. Типа, если это реально ты, Егор, то я в шоке. То есть я как бы не ответила в ВК, не ответила в WhatsApp, потому что не успела. И он зарегался на Твиче и пишет мне в чате. Я попозже отвечу обязательно. Это мой друг просто. Если я не путаю ничего. Привет! Это просто офигенский человек. Вот Чит Банет, это просто человек, которого вы встретите в первый раз, легенда. И между вами не будет напряженки. Я не знаю, как у других людей, но я его увидела первый раз, и мы так с ним подружились, будто мы вообще общались всю жизнь. Mm-hmm. Мне было настолько с ним комфортно. Это такой охуенный человек, я вам просто не могу передать. Я даже не ожидала, что Чит Банет настолько крутой. Вот он, какой на стримах, такой же в реале. Такой же добрый, интересный, не знаю, мне очень понравилось. Mm-hmm. Так, прошу так прощения, в прошлый раз зря быканул, извиняюсь. На этот раз все по красоте. Чё? И чё это он? А, он типа у него... Хотя, иди срать, нет? Дрочить пошёл! Смешно, блядь, долбоёбы, блядь. Не пойду срать, пускай, блядь, у меня говно в жопе лежит, блядь. Из-за вас, долбоёбы, блядь. Амбассадор сексуальности. Пустил поток на твич, на мне сейчас это, сука, бич. Я летаю на бетах, а ты, бля, просто грязный снич. На мне Гуччи, балаклава, и мне похуй на твой вист. Я ебашу так, как будто с пулемёта тысяч. Бра! Я просто вынесла с фразы, вообще капец фраза. Амбассадор сексуальности. Вот мне просто хочется эту фразу, знаете, везде просто вставлять. Просто везде. Не знаю, в инстаграме написать в описании, типа, амбассадор сексуальности. Название, я не знаю, канала, амбассадор сексуальности. Вот просто везде, везде. Это настолько гениальная фраза, я ее впервые слышала, она настолько меня прям тронула до самого сердца. Просто я понимаю, что никто не поймет, если не смотрел стрим, поэтому... Я точно в хоррор играю? Так я не про себя! Это он? Блядь, я выхожу в этот квартал, я держу этот город, он мой, он мне принадлежит, это наша ночь, сегодня мы разрулим все, что хочешь ты сегодня, и это наша ночь, тёлочки сзади, яхта здесь, метреликсы строгое, мы пойдем туда, мы будем разносить, и не поверишь ты. Это судьба, это судьба. Нифига себе. Пошли, пошли, пошли. Ты еще тверкал? Это Москва, это наш город, он будет наш! Давай, Арина! Нифига себе! Нихуя! Давай, Арина, пошел, блядь! Давай, давай! Чё, блядь, за крыжа навалили? Я, блядь, развиваю обстановку, блин, строго руинит все. Обстановка по кайфу была. Кринжа не существует. Крикни, Лёх, крикни за Альянс. Да горло болит у меня, братишка, у меня силы нету, еду. Морды в рот брал, да? Нет, у меня бесплатная школа, государственная. Ты хочешь с сумкой Louis Vuitton?
А же у нас другой школьный. Школьный сумка Луитон? Отдельная, да, побольше. Наверх. Школьная сумка Луитон. А у меня, блядь, портфель с Человеком-пауком был. Блин, а еще у меня тоже. А у меня был с... Блин. Короче, в Китае проходили какие-то игры, Олимпийские игры, в 2000... Хером каком-то году, я даже не помню, сколько лет назад это было, я уже не сосчитаю, сколько мне, сами понимаете. И у меня, короче, был этот чувак на рюкзаке. Я с ним ходила, долго ходила, и ничего, мне нормально было. Да, я всегда говорю всем, что Дина единственная, она постоянно всех милости пишет после стримов. А ты не говори, потому что я почти никому не пишу милости. Опа! Лицо Гвина! Я никому не пишу, а тебе пишу. Ты не всем пишешь? Нет. Нет. Опа! Да в смысле? Это я просто, это я от души. Ты чё? Ну вот так. Всё. Окей, чат. С кем я смотрюсь лучше всего? Вот есть Ванечка. Ой, блин. Чё, подбор кандидатов? Вот есть корабль. А теперь ещё ЧБ, наверное, да? Я, блядь. Кровать, ты чё? Ты должен бороться, братан. Хорошо, боруй. Ебать, ты захват сделал, кстати, как я в прошлый раз, блядь. Арин, тебя не смущает? Нифига. Кровать, на самом деле, я тебе готов руку пожать, я тебе как сегодня сказал, что хочешь взять. Нормально. Блин, ну вожу, хватит. Красавчик. Ну ты выбрал не все, ты выбрал именно это, ты красавец. Отдельный вид искусства, ребят. Я представляю, если бы меня кто-то так потрогал случайно при славе. Так, это очень опасная поза, потому что я боюсь, что он сейчас решит, что... Ты бы не потрогал, Максим. Нет, просто... Ты потом... Ладно, не буду ничего говорить. Тихо. Нет, не потрогал. Хер тебе... Себя потрогай. Не обижай кота. Понятно, просто анмод Круглов. Все. Почему я чихнул, и у меня закрылась игра? Арин. Замечательное место. Да, так романтично, да? По-моему, он срать будет. Дима романтик тоже своего рода. Благодарю за бицы, спасибо большое. А сколько там бицов? А почему в обидно мне нет? Как она это делает? Я ебу ту Люсю, сука, блядь, ты как трипаешься, давай. Спасибо большое. Спасибо. Только мило, мне просто уведомления не приходят. Опа! Спасибочки. What was that? А я чуть не знаю, ребята, этого стримера. Я покажу профессиональное знакомство, просто вот сейчас. Вот, типа, допустим, я со строго не знаком. Смотрите. Дружище, сколько времени, подскажешь? Пошел нахуй, ёбать. Ладно, Дим, не расстраивайся. Дрочи один тогда, оба. О. Нормально. Спасибо огромное. И спасибо большому Витьку. Витьку спасибо огромное, что поучаствовал в моей ИРЛ трансляции. Да, молодцы все. Что это? Нормально. А, это я тоже видела, кстати. Нормально. Витёк, как он?
А почему вы считаете, что на свете лучше всего выглядит, смотрится? А вы, кстати, видели вап у, у Ивлеевой? Я сейчас вам покажу. А что произошло? Что ты посел? Блядь, рыбу! Трехочковый, блядь! Сектород! Крыса! Покажи свой! Я бы был там, я бы залетел за Витю просто, блядь. Одному вот так. Вдруг это будет слишком кринжово, ребят? Второму двойку. И четвертому. Сейчас. Что нет, что нет? Нормально? Понятно, взял у Славы. Последний удар нормас был? Дай мне. Я покажу, Адам. Честно. Блядь. Ладно. Все. Нормально, защитник маленький. Я сначала потренироваться, прежде чем делать вапы.